на самом деле не очень сложно. Да, в рэпере? Ох. Нет, нет, не получилось. Еще раз. По-английски композиция тоже такой неологизм, мы их любим и в названиях во всем witty, то есть белое нечто, ну не просто white, а witty, бело на душе, и об этом замечательная композиция. Ну там и про вирус, кстати, будет, кто знает английский, вы все поймете. Why you won't be seen by me?
Сейчас решим, после нее хотите еще одну или нет. А это композиция «Откровение», это «Пробуждение». Тоже что-то снизошло такое волшебное. Я просто записала. Даже не знаю, как это характеризовать. Да? Я просто сыграл, ты просто записала. Да, да. Ну, я имею в виду, что это не мои мысли, они принадлежат вот чему-то, чему-то высшему. Космосу. Песня, да. Песня про космос. Песня про зайцев. В космосе. Песня про космических зайцев. Правильно. Гениально. Но там не будет зайцев. Они будут так вашим воображением. А котики будут? И котиков не будет. Будет сложный рифм. У нас будет, кстати, акустическая версия всего того, что мы играем, под пианино. Сейчас мы не будем это делать. Давай сыграем? Да. Я думаю, просто здесь постоим, поговорим о чем-нибудь. Просто познакомимся. Сейчас, ну компьютер не совершенно, они еще не делают вещи с помощью мысли, со скоростью мысли. Все на подходе. Перед тем, как вперед-назад,
слышу, первоначально тишина, звучит слово, за ним слова. Вижу, как изменяется толщина от внимания и меня. Возвращаясь назад, глубоко прочитаю единство, которое является знанием маной. Не смотри никогда глубоко в меня, если есть то, что кажется тебе страшным. Особенно остро страх режет, когда понимаешь, что станешь его частью. Друзья, ну на этом, наверное, все-таки объявляем перерывчик. Или покричим в зал. Давай покричим залом. Вот у нас такое есть задание. Нам надо от вас всего буквально несколько слов. Вот просто, да, три слова в припеве «Вселенная выбрала нас». Вот такие простые слова. Вот когда я вот буду странно качаться, это значит пора. Вот «Вселенная выбрала нас». Ну если кто-то знает, ля-ля-ля, диез, ля, если кто-то знает, ну вдруг. Какая ты умная, капец. Давай просто, ты поднимешь руку, и тогда зал нам скажет, что Вселенная все-таки выбрала... Всех нас, всех потому нас. Что это мы не про себя прям поем тут, не наглеем, про всех нас, это про всех творческих личностей. Слушай, если бы она всех не выбрала, нас бы здесь не было бы. Ой. Ну так что, все-таки выбрала нас, да? Да выбрала, выбрала, поехали. Ну поехали. Творческая личность, искалеченная высшим образованием, во всех исканиях и начинаниях натыкается на нестыковки, потасовки, потасовки, сложные мысли, образы доверяешь, но ранним искренне, вечно вещаешь. Смеются, не та обстановка, не та эпоха, отговорка номер один, разобраться во всем нет времени, времени вообще нет. Уверены просветленные люди, за грани вернувшие и ощутившие. Нет границ у любого перила и измерения. Течение жизни — вопрос, искомый ответ, воплощение сути. А если так, картинка в картинке, бесчисленное множество, общество движется к самой крупной, мы — единственно мелкой. Масштаб с нами космос и крупица истины, парадокс на тождество, изящество или убожество, подделка, проделка. Вселенная выбрала нас. Суперблата змеями, помпеями видится мир, вены червями, все вокруг дышит. Слушай внимательно, иначе под растрату, забвение, преступление, пытаться остаться хоть кем-то в истории. Будь тише, тише, еще тише, свыше, хоть ори, хоть кричи, тебя слышат. Все твои чаяния, чаяния, печали, ведь ты ломишься пределы своего же тела. Надоело? Верить в то, что сокрыто семью печатями. Я встречу тебя, когда приземлишься. Чай с сахаром, ты улетела смело, но бьешься в припадке истерики. Какой же это раз, размашисто вписываешь в панигирик. Вселенная выбрала нас. Вселенная выбрала нас. Вселенная выбрала нас. Вселенная выбрала нас.
Благодарим за внимание. Теперь хорошая поэзия. Мы продолжаем и приглашаем на сцену. Я уже видела, что он пришел. Это поэт, которого вы очень многие ждали. Очень талантливый, эпатажный, яркий. К тому же он проводит свои собственные поэтические вечера «Жемчужный век». Антон Кобец! У-ху!